приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Метро Исход. Продолжить. Давай, зачитывай нам реплику. На очередном километре пустыни за Авророй увязалась машина. Полковник принял решение остановиться и отправил нас с Дамиром на разведку. Когда я прятался от песчаной бури в полуразрушенном здании ресторана, на меня напал местный бандит. Завязалась потасовка, и мне пришлось его оглушить. Когда бедняга очнется, жуткая головная боль ему гарантирована. А еще я забрал его машину, так что гостеприимства от его приятелей теперь ждать не приходится, кем бы они ни были. Моя следующая цель — маяк. Дамир заметил неподалеку от него какие-то антенны. Надеюсь, центр спутниковой связи с картами находится именно там. Да, будем надеяться. Ну, мне нужен немного другой участок. Так. Ну-ка, давай-ка на карту глянем. Так. Мне надо на левую сторону. Да. На левую сторону мне надо. Так. Садимся. Господи. Чудо-руль. Давай. Универсальный ключ. Всем слушай, барон говорит будет. Всем слушай, барон говорит. Братва, мне сообщают, что на нашу территорию подвалили какие-то гастролеры на пароводе. Это странно. Мы вроде всем уже показали, что на нашу землю без приглашения соваться тебе дороже. Гости, видать, из непонятливых. Ну или издалека. В любом случае надо разобраться. Да, два раза. Задержки, чего хотят. Кого надо, вызову отдельно. А остальные пока готовить тачки, пушки и бычье из рабов. Бычье. Всем отбой, барон сказал. Опа. Давай-ка в домик. Так, восставших мне не надо здесь. Что тут есть? Оу. Так. Радио, радио. Юмор ФМ. Ладно. Что надо, хотели, мы собрали. Хотя, подождите. Раз уж я здесь. Что у нас тут? Пока ничего не вижу. Опа. Блин, заманчиво. Вон туда мне надо, если я не ошибаюсь. Есть там одна вещь, которая мне пригодится. Только в скалах этот проход где-то должен быть. Так, за кораблями, за кораблями. Вот так в обход и поедем. По дороге мы не поедем. Хотя хотелось бы, конечно. Там много кого освободить можно. Да и нужно. Это вот, если хотите побродить, походить. Да я еду за одним оборудованием, которое мне может пригодиться. Ой, кстати, блин, там жуки-пауки какие-то будут еще сейчас. Куда я еду? Это к разрушенному кораблю. Вот сюда, так. Ну-ка, давай-ка.
Слышно их уже, да, где-то? Так. Это-то что у нас? Ага. Понятненько. Так, валим отсюда, пока нас птичка не прихватила. Надеюсь, машину тогда не сможет захватить. Так, ладно. По полям, синий трактор едет к нам. У него в вагоне кто-то песенку поет, или в фургоне, где он там. А ну, малыш, давай, попробуй отгадай. Кто же песенку поет? Вон она, птичка эта. Господи. Вот так. Признаки жизни. Или не жизни, как правильно сказать. Неживая жизнь или живая нежить. Какая будет разница-то? Поставлен вопрос. Так, минутку. Так, давай. Блин, ладно. Так. Это даже не знаю, пистолетом или что у них там. Почистим. Так, что это у меня тут такое? Все установили. Так, здесь у нас что? Так, снайперские патроны. Ну, это мне не надо. Ладно. Так, выход. Потихонечку. Где тут? Вот так. Ага. Вот. Вот так подразумевалось, да, отсюда сваливать. Залез. Успел. Тихо. Бузишь там.
Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Выйдем, осмотримся. Фортпост. Можно зачистить, по идее. Вот чего я боялся. Ладно. Меня сожрали. Нет? Подожди. Да все. Ладно, ладно. Значит, мы так двигаясь пристали, вы издаете меньше шума, чем при ходьбе. Так, стоит мне вообще туда идти, зачищать там что-то? Ладно, посмотрим. Так-то мне не обязательно там, если я поверху могу это все. Опа! А, вот оно что. Ладно, с другой стороны постараюсь прихватить. Так, мне тут где-то, короче, в горах есть такой небольшой отряд, и там есть датчик, который мне нужен. Минутку. Вот так. Этот отряд мне надо будет уничтожить. Вон там где-то он находится. Так. Вот здесь вот. Давай, так-то ночью бы неплохо было бы тут. Конечно. Так. Чтоб меня не видели. Но это датчик очень нужен. Блин. Да что ее мать-то? На, нахрен. Ладно. Ой-ой-ой-ой, блин, собаки появились. Даже забыл про них, что они есть там.
Так, идем, идем, идем. Да нету никого, ну. Кому-то... Ты где пропал? Да блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, что у меня с пистолетом-то, с глушаком-то? Ночью, вот я сюда ночью приходил. Да блин. Как так-то нахрен? Ваш планшет содержит текущее задание и компас. Да мне другой компас нужен. Давай. На! Так. Опа. Вот так. Какие ловушки тут еще есть? Сверху собаки, так. Прям слышу рык. Сейчас случится. Тихо. Да твою мать-то! Ну вот тебе и раз. Это что за отряд вернулся? Охренеть. Мы этого так-то не ожидали. Да твою мать! Ладно, тогда давай назад пойдем сразу. Ой, ёж твою мать. Зажали. Зажали. Как, блин, сложновато здесь.
Или я должен до определенного места дойти? Да, видимо, до определенного места должен дойти. Или когда обратно уже идешь. Опа. Давай. Сейчас мы тебя тоже будем. Вот так. Получи. Ай-яй-яй. Так. Ну-ка. Оружие. А вы-то думали? Не понял. Все. Где вы? Вон он. Твою мать. Ну-ка, быстрая загрузка. Конечно. Блин. Как я его мог проморгать-то там? Так вот вроде чешешь по этим кустам гребаным. Ой. Давай, где ты? Так. Сейчас. Два раза. За машиной он!
Лишь. Ты в порядке? У нас потери. Он наверху надо мной. Только и всего. Иди, Динушка, ты вот только и всего. Так. Пока вроде нормально. Кто их, правда, положил? Не я же их захреначил, или я? Так. Давай, давай, давай. Он меня с той стороны ждет, а я сейчас сзади обойду его. Так. Тварь такая. Сдается он. А я вот не сдаюсь. Так, смотрим, что у нас здесь. Тут у нас что есть? Вы меня убить хотели, до конца ушли бы. Нельзя на полпути так. Так. Ствол переделать на это, что ли? Укороченный ствол. Так, облегчение позволяет проводить все операции с ним быстрее. Глушитель, который стандартный ствол. Так, если к ней приходит мушка, то удлиненный ствол. Да нет, пока так. Ладно, пока есть, все нормально. Так, где ты? Что-то бумкнуло где-то. Нет, ни хрена не так. Эй! Ты меня спас, тебе спасибо, но я уже мертвый человек, мне незачем жить, я привел свой народ к смерти. Они все поверили, что мы можем победить, и решил сдаться. Не теперь. Разве не правильно я решил? Но теперь все мертвы. Это я проиграл. Не они. Но умерли они, а я живой остался. И это тоже моя вина. Мне теперь стыдно будет жить. Не смогу. Тоже должен быть с ними. Арсен. Что за бредятина? Подожди, ну-ка нахрен. Где моя там? Да. Блин, автомат не могу подобрать. Обратно нахрен. Да что ты будешь делать? Дробовики очень эффективны против мутантов всех видов. Конечно. Переключаться между основными видами оружия можно быстро, нажимая 3. Какую 3 нажимаю, не знаю. Вау! Патроны для пистолета. Вот что-то такое было.
Ладно. Ага, это я собрал уже. Где ты? Где? Подожди. Вот она. Так, это что, это маска увеличена, нет? Ну, подожди ты. Хоп. Хей, хоп. Так. Для начала мы пройдем сюда. Вот отсюда он, падла, по мне стрелял. За камнями прятался. Свое тело жирное в утесах прячет. Только там вроде альбатрос был. Так. Ой. На. Так. Точно ничего нет, все. Ладно. Идем сюда. Сейчас проведем кое-какие манипуляции. Стекло. Данная конструкция лицевой маски делает окуляры гораздо устойчивее к повреждению, разбить их становится гораздо сложнее. Конечно. Так, голову. Так, время мешать пользоваться противогазом. Так. Не делаться. Хорошо, так, подожди-ка. Снайперские патроны так мне пока не нужны. Но тут мало тоже дробовика-то. Так, а я не понял, а где мне тут это установить-то можно? А, вот. Так, жизнь обеспечивает защиту от вкусов монстров, позволяя устанавливать дополнительные устройства, необходимые для выживания. Нет, блин, ну где-то здесь же должен быть. Ладно. По-моему, здесь подбирал. Ладно. Спим. Спим до утра. Ничего страшного. Хоть, блин, конечно, и ночью надо на них нападать. Но лучше уж днем, чтобы я их видел. Трупы уже вонять начали по-любому, поэтому...
А как? Понятно. Так, мы здесь не стреляем. Бежим. Вот так вот. Что у нас тут? Ничего. Поехали тогда. Ай-яй-яй. Так, туда-то я не хочу заходить. Блин. Так. Что-то я понять не могу. Как мне? Ну-ка. Давай-ка вдоль болот проедемся. Опа. Так. 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 Вот так. Давайте смотреть. Сначала где-то тут вот пару человечков должно быть. Вот здесь вот. Тихо, тихо. Блин, ну-ка заново. Блин, быстро. Где-то что-то, блин, там подорвалось, пипец. Пукан мой подорвался нахрен. Да, немного. Что-то за... Вернее, так и не понимаю. Ладно. Давайте-ка. Видимо, там такая же где-то бомба тогда была. А, вот она.
Вот так. Так, тут что у нас? Тихо. Мне все-таки, мне кажется, там что-то было. И я не взял это. Ладно, посмотрим потом. Так. Мне же не обязательно здесь нападать на них. Блин. Быстрая загрузка. Что-то я не того убил, что ли, или что? Что-то понять не могу. Нет, все-таки. Так. Работяг мы не трогаем. Хотя там вроде бы одного завалили, как мне кажется. Так. Нет, мы не можем так залезть. Твою мать. А это вообще бесполезно. Ладно. Смотрим, смотрим. Блин. У меня почему-то такое чувство, что я наоборот отсюда начинал так потихонечку уничтожать. Ну ладно. Ты сделал хозяин велик.
Так, ладно. А я убил одного. И вот он перед отплытием говорит: проследи за грузом в 406 контейнере. Там особая поставка. Сам знаешь для кого. Отвечаешь головой. Головой. А мне что теперь делать? Вечером вся связь пропала. А с погодой какая-то чертовщина сделалась. Ветер с севера задул, ласты заворачиваются. В жизни в этой луже таких волн не видел. Раскачало нас так, что часть контейнеров сорвалась и в воду. 406 тоже. И двое ребят с ними. А я тут при чем? Что мне было его руками держать? Я координаты записал, все, что мог, сделал. Если им этот груз так дорог, пусть он со дна достает. Кто разрешал? Хозяин тебя не ждать. Иди отсюда. Да. Как скажешь, блин. А я вроде с вами... Блин, вы только людей не сжигаете случайно. Где ты? Блин, а я что, работягу завалил? Блин, а я там обещал одному подписчику, что постараюсь пройти, блин, не убивая рабов. Ну, кто ж знал, сидит на кресле, как бандюга там. Так. Наглость второго счастья. Так, можно туда уйти. На. Так. Перезарядим. Так. Так, 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 так. Пулеметчик должен быть точно где-то в броне весь закованный. Да-да-да. Тут же вот так вот можно подниматься. Вот. Текстуры провалился, что ли? Или куда это я угодил? Блин. Что-то где-то не так сработалось, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно. Так-то ни хрена. На тебе, на! Самое главное не орать, когда нападаешь. Так, а там что наверху? Так, стой.
А, то есть их можно было тупо обойти, так вот все тихо сделать, там поверху, да? Вот это я точно помню, говорю же, пулемет где-то тут, пулеметчик был. Потому что я с другой стороны в прошлый раз как-то там запрыгивал. Так, читаем. Этим письмом я, Арсен Мустафин, говорю тебе, подонок, который назвался я бароном, что теперь вождь моего народа. Я, а не посаженный тобой предатель. И передаю от всего народа Свободного каньона, что мы тебя не будем больше бояться и подчиняться твоим людям тоже больше не хотим. Хватит с нас. Когда нас угонят, как скот, забирают в рабство наших молодых и сильных мужчин и женщин, мы терпеть это не будем больше. Мы все оружие возьмем в твоих... Мы все оружие возьмем и твоих собак погоним и убьем всех. Теперь ты бойся нас, потому что мы... Все, мы за свободу теперь. И все умрем за свою свободу, если надо. И твое священное пламя нам не надо совсем. Убирайся из нашего дома, а ты никогда... А мы никогда в твои не лезли. Арсен Мустафан, президент всех свободных людей Свободного каньона. Хорошо. Вот посюда надо было так чик залезть там. Ладно. Даже не знаю, как начать. Тут нету никого. Хотя должен и быть. Вышка-то вот она поставлена зачем-то. Ладно. Так, мне надо на третий этаж. Блин, мне он туда еще сходить? Нет, я там был, если не ошибаюсь. Ладно, посмотрим. Так. Вот оно, что я искал. А да господи, оно вот здесь и лежало так. Так, ну-ка давай-ка посмотрим. Ну, во-первых, вот сюда, вот что мне надо. Вместо компаса вот это оденем, датчик движения. Ну, все вроде бы пока. Так. Мне, по-моему, если не ошибаюсь, туда надо. Ну-ка. Вон на тем кораблям, что ли, мне. Ладно. Так, а как мы то? Давай залезем. Хотя там на машине, по идее, надо, чтобы потом нам не бегать. Да ладно. Будем считать, что ничего страшного. Наручни. Все.
Так. Где-то вот сюда нам надо куда-то. Где-то тут было. Блин-блински. Да не так. Вот так. Блин-блински. Вот здесь, наверное. Вот сюда, скорее всего, нам надо. Давайте-ка посмотрим. Да перепрыгни ты ее. Давай, 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 давай. Какой-то наблюдательный пункт. Так. Я их не вижу, они, блин, белые вот здесь вот. Еще разок пикни. Вот это очень полезная вещь, даже если ты не видишь, вот. Три штуки показано. Падла. Где ты? Где-то второй здесь. Внутри. Двое, блин. Вот он торчит. Есть где-нибудь отверстие, через которое можно его грохнуть?
Вот. Где еще один? Ладно. Полезли. Другой внизу. Где ты? Все. Датчик успокоился. Господи, это куда я лезу? Что тут у нас? Что тут есть? А, можно было вот так вот пройти сюда. Все понятно. Я опять нестандартно как-то прошел. Так. Минутку. Так. Ну-ка, корабль. Кстати, птичка летает, как бы она меня не сожрала, хотя можно и отстреляться, конечно, но... Змеи. Ага. Понятненько. Ой. Так вы все-таки бандиты. На. А где еще один? Блин, да я вас... Твари вы такие. Беспонтовые. Лошары. Я-то думал. Вот что мне надо было. Ну-ка, с другой стороны. Это вам еще так повезло. Все. Все, что надо, я взял. Теперь идем к моему автомобилю. Да беги.
Так. Ой. Блин, оббегать их. Спуска-то нету здесь. Спуска нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, ладно. Надеюсь, я смогу пробежать по-быстрому. Вот эти камни, это, кстати, по-моему, там, где монстры обитают. Вот она, моя машина. Кстати, она у меня на карте показана. А, ну да, кстати, на карте даже показана. Ладно. Где? Ну это же монстры, не могут же это быть люди. Так, ладно, если мы слышим выстрел, значит это недалеко. Давай. Красивая реплика. Так. Красава, мне эта женщина просто нравится уже. Так. Так. Ну, вроде пока неплохо иду. А чё, с этого ничего взять не могу? Падла, даже оружие выронил. Так. Получишь.
Вот так. И тебе земля пуховиком. Так. Давай, давление мощное. Давай, давай, давай. Где ты, падла? Подожди, перед тем, как туда пойти. А, падла, помер. Ха-ха, быстрая загрузка, давай. Не успел. Блин, растяжку-то там тоже не видно так-то. Подсказки, включенный фонарь делает вас гораздо более заметным. Да я вроде как без фонаря вообще хожу там. Мне прекрасно видно все. Это ночное зрение. Так, тебя козлину я обчистил, да? Вот она. Так-то не видно еще, блин, у газового баллона. Он так-то грамотно сделан. Взрыв-то, дай боже, какой был. Так. Смотрим. Вон там, а где-то. Так. Все, теперь мы видим его. Снайперка, да, значит, говорите? Спокойно. Так. Да где? На. Где еще? Давай. Падла. Так. Не вижу вас.
Давай. Ты мне нравишься, это без... Никто нет уже. Сюда иди, да? Подожди, не спеши. Не все так просто. Хочу здесь все обыскать. Так. Есть. Господи, сколько ты их здесь завалила. Мама, не горюй. Что за женщина? Так. Так, сюда, сюда. Блин, я так сожалею, что этого нефтяника завалил случайно, блин. Надо же ему было так сесть, блин, некрасиво. Ладно, что теперь? Хоть да, подписчики просили меня пройти, не убивая их. Ну, кто же знал? Случай. Так. Что-то я не понял, где, что, кто булькает? Ты еще ругаешься, как настоящий. Господи, кусок говна. Он враг, ты его убивал. Ты друг, думаю. Правильно думаешь. Дверь выкину. Ты стой, я лист опущу. Давай, опускай. Так. Что здесь у нас происходит? Так. Ай-яй-яй-яй-яй. Лифт. Давай. Поехали кататься. Ох, подземелье, блин, мне сюда что ли идти-то потом? Так. Мне надо одно улучшение одеть, еще за одним надо сходить. Оно находится где-то там. Или там. Я где-то там. Проходи. Кто убил Мунай Бай, мой друг? Да? Мунай Байлер, народ гюль весь в кун. В рабы превратил. Меня так же хотел. Да я там освободил каких-то тел. Так. Слышу хорошо. Ваш человек помог мне. Гюль в долгу. Но зачем вы здесь? 5 лет никто не приходил. Один Мунай Байлер. Что вы знаете об антеннах возле вашего маяка? Раньше, до войны, центр связи был. Мама работала в офисе связи раньше. Брошен давно. Был там после войны, искал следы мама. Ничего не нашел. Мы помогли вам, помогите нашему человеку попасть внутрь. Хорошо, я помогу. Артем, надо найти Артем. Он должен быть где-то рядом с командой. Ищи снимки за послевоенный период, только свежие. Года с 2013-го. Дамир скоро будет там, можешь на него рассчитывать. Конец связи. Все понятненько. Если идти сейчас надо, пока новый Мунай собака не приехал. Нет, не сейчас, я рабочий пойду. Рабочий верстак, если надо, пользуйся, да? Конечно, надо. Там всякие опасности.
мост, может быть. Умный человек не ходит. Ты умный, но у тебя выбор нет. Все, так, это мы взяли. Ой. Так, это все одето у нас. Все, вроде здесь все. Теперь еще за одним улучшением надо идти. У меня-то пусти. Блин, такие тормоза вы. Да война красиво был. Море был. 5 лет мне был. Мама молодой был. Так. Живой был. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Кюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море так. Уходил. Нефть оставался. Старик умирал. Молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил. Он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался. Мама умирала. Кюль один оставался. Так. Спокойно. Так, а другой то, интересно, подъем и спуск здесь есть? Так. Блин, только разбиться тут. Так, ладно. Выйду где-то я оттуда. Где я выйду-то? Когда спущусь. Нет. Говорю, что так разбиться здесь остается. Сейчас, сначала. Сначала мы сходим в другое место. Пользуйтесь прицелом, так. Ну, это я и так прицелом пользуюсь. Так. Ну давай. Стоять, что-то было. А, там блеснуло просто.
Где ты? Ладно. Так. Здесь обыскали. Так, так, так. Хрен там, да? Блин, блинский. Жопа жопошная. Вот я попал-то, блин, ладно. Хотя, мне кажется, должен быть другой способ. Я должен на маяк спокойно заходить, выходить. Давай. Снимем это все дело. Да заткнитесь вы. Так. Нет. Блин, с какого места-то надо там сорваться? Ой-о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 й
Оп. Да не так вообще, что ты сделал-то? Это кошмар. Это кошмар. Мать твою. Хорошее оружие, можно идти в логовых монстров, куда они притаскивают своих жертв. Обнаруженное логово отмечено на вашей карте меткой в форме черепа. Вот в нефть, если прыгнуть, не знаю, помру я, нет. Да, тоже помираешь. Печально. Стаи стражи часто встречаются на просторах постъядерной России. От них часто отделяются одиночные разведчики, так что увидев их, так при кресте прицел индикатор попадает по умолчанию включенный. Вы можете включить их в меню игры. Да, где-то, по-моему, там даже потом целые стада их пойдут. Блин, как я так лоханулся-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, все, все-таки придется мне туда идти, куда я не хотелось. Но надо. Кстати, она-то отстреливается. Сколько тут уже лет? Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. Пауки, а я так ходил. Видишь, проход здесь. Туда лез, потом я. Ну и...
Так. Да, это мы знаем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подключаем, чё? На. Вот тебе электричество, получай. Спокойно. А, вот здесь вот, по-моему, да, выходить-то можно будет. Нет? Блин, близкий. Угу. Пойдем. Так, а вот мне сейчас... Так, мне... Что-то я... А где поменять-то? Пауки свет боятся! Ты фонарь включил, паук прогонял! Так. Подожди. Блин, как переключить-то? А, вот так. Все. Так. Пока правильно иду, это точно. Так, ладно. Свет мы не гасим. Давай дойдем до конца, посмотрим, что там. Пока свет горит. Ни хрена, да? Значит, сюда вот эти огненные шарики я берег специально для вас, падлы. Так.
На. Вот так. Блин, что дальше будет, правда, не знаю, как хреначить вас. Но, по крайней мере, вот в этом узком пространстве мне теперь тебя бояться не надо. На. Вот так. 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 Это все мы поджигаем, зажигаем. Сюда, сюда. О, это мы, это нам нравится, когда аптечки на халяву. Ну-ка, давай-ка. Мне надо свет зажечь желательно. Почему лампочки-то разбиты? Артём, проверка связи. Это я, Данир. Надеюсь, ты меня слышишь? Я на объекте. Тюрьме меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Внимание! Аварийная. Ждем. Слышал, Артём? Слышал. Патроны. А, вот сюда. Подожди. Так. Слушаем. Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивает. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре. Сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толпычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Да, тоже не знаю, что тут делать. Вот из этих трещин-то выходите.
Давай. Ага, впереди. Вот так. Вон она. Давай, показывай где. Блин, я прям слышу вас. Так, и немного очкую. На. Все, на одного меньше стало. Ага. А сколько у вас там? Ну, пойдем. Так. А, это труп орёт там. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая гадость все это. На. Так. Тут, может, фотографии какие-то есть, которые можно собрать мне. Ну-ка, давай. Нет, еще и песком все забито, блин. Убежал. Ну, в принципе, все-таки задумывалось первоначально, чтоб он убежал. Пойдем. На. Так. Где ты? Так, опять подкачаем немного. Зарядим. Какая? Ну как, Артём? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери архива открываются вручную только изнутри. Но туда можно попасть через вентиляцию.
Да я поищу, куда мне деваться-то. Не на вас же надеяться. Так, ладно. Где-то тут были фотографии. Вот, что мне надо. Это ее мать. Ну отдай, отдай, отдай. Да. Так, анализ новейших снимков позволяет заключить, что водохранилище быстро накапливает радиоактивные элементы, но поскольку они оседают на дне и мало взаимодействуют с экосистемой, ниже по течению экологическая обстановка в рассматриваемом регионе остается относительно безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенно благоприятный прогноз на десятилетия вперед. Если же вода прорвется, она принесет с собой тысячи тонн радиоактивного ила, после чего длина не будет сильно отличаться от других... А, долина не будет отличаться от других зараженных территорий. Блин, вот мне кажется, там, по-моему, да, какие-то волки будут или что там по лесам бегать, или в другой-то игре. На. Вот так. Все для вас, чтобы вы не скучали. А из автоматов, дробовиков, сколько бы я на вас патронов бы извел, а? Так, мне туда, как я понимаю. А, ну через дыру, ну можно было бы вот так. Ладно. Да, идите вы. На. Вот так. Блин. Окружают, что ли, меня? На. Вот так. Так. Надо
Выходить отсюда, так. Где? Так. Блин, забыл совсем. Где ты? Куда? Где вы? А, в лифт, давай в лифт. Все, понял теперь, как сюда, все. Фух. Так. Нормально. Что, ты не можешь, что ли? Вот так. Артём, Юль, уходим! Пока есть свет, они не бросятся. Бегом, марш! Так. Да, блин! Это что за отчаянный ход? Давай! Ай-яй-яй-яй! Да! Давай! Подкачивайте, подкачиваю. На, получай свою маму. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Конечно. Вы очень везучий. Вот ни хрена ты меня, короче, бросил. Так, говорю же, как тут, блин, был проход, чтобы можно было туда-сюда лазить. Оказывается, пока не пройдешь. Вот так вот. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал.
Ага, вот они. Так. Барон говорит. Так, братва. Перетер я по радио с пацаном этих гастролеров поезда. И вот даже не знаю, что и сказать. Короче, пахан этот настоящий подгон. Ага. Так, ладно. Что у нас здесь? Нет. Так, ладно. Ничего не боимся. Идем смело. На. Куда ты? Давай, подкачивай, подкачивай. Давай. Так. Где-то вот здесь вот должен быть у нас. Горячо бывает. Так. Ну-ка, давай-ка зайдем вот сюда. Где-то. Вот, это то, что мне надо было. Так, что, до дня спим? Ну-ка. Не туда верстака-то.
Хреново, ладно, возвращаемся к нашему автомобилю. Нам еще до хрена чего прикупить надо. Ой, прикупить, найти. Блин, блинский. Где ты? Вот так. Это очень даже хорошо. Давайте-ка разнесем этот блокпост. Так. Так, а как мне наверх попасть? Блин. Как наверх-то попадать? Так. Да. Давай. Сожгу. Так. Вот так. Где у нас тут что осталось? Так. Как благородно с вашей стороны мне что-то тут оставлять еще. Ну, теперь давай посмотрим, что у вас здесь было. Патроны. Так, ладно. Блин. Зажали, да, покататься-то? Только на том драндулете можно. Сюда надо было по-тихому, да, пройти?
Опа. Еще какое-то усовершенствование я взял себе. Ладно. Но мне на патроны-то больше надо, чем на взрывчатку и ножи. Хотя... Тихо. Вот. Чего он там сильно поди охренел? Вот и автомобиль у меня мой. Че ты орешь? Так, залазим в автомобиль. Так. Всем слушай, барон говорить будет. Опять барон. Конечно. Что у меня там? На. Так. Карта у меня после войны, центр, так, все понятно. Ну давайте залезем, посмотрим, что у нас здесь. Ой-ой-ой, там целый город где-то еще вроде нет, это не в этом игре-то. Целый город на подвязке-то. Подожди спать-то. Сейчас наверх слазим и посмотрим. И так-то до утра поспать, да, за место аптечки там на халяву вылечиться. Это в готике такая приколюха была. Опа, оп. Это я зажег. Классно, горит. Давай. Блин, вообще вещь. Так, на халяву. Вылечимся, давайте. Солнышко-то и так сейчас зайдет. Будет ясное небо над головой. Не, ну баба так. Тихо, тихо, браток. Все свои шмаля. Если бы мы тебя привалить хотели, ты
ты бы проснулся, а голова в тумбочке. Говорите. Так что ты не удивляйся. У Саула тебе разговор есть. У тебя прикольный такой. Говори. Не забыл, как меня в тот раз приложил? Ну я ж тебя не убил. Я вот помню. До сих пор башка трещит. Ну а что не замочил наглухо, это я отдельно помню. Так что держи. 8 маслин в барабане, понял? Я за него костылю 2 куба воды подогнал. Цени. Заценил. Ну это все так, лирика. Пора к делу. Давай, вон тот город, да, мне брать, по-моему, штурму надо будет. Я чего тогда топором махал? Барона нашего знаешь? Ну так он у меня уже, считай, в кармане был, понял? Эх. Я 5 лет к нему в доверие втираюсь. Лохматых через колено ломаю. Он точилу за это получил. От щедро. Да не напрягайся. Давай. Дальше. У меня еще есть. Ну и короче, уже считай, навел на него ведьму эту долбанутую. Она бы его шлепнула, а я ее. Ну а там у меня уже все схвачено. Раз и в дамки, понял? Ну вот. И тут вы со своим паровозом. Барон с его паранойей, понятно, сразу решил, что это новая бригада с запада. Специально его валить приехала. Да кому он сдался? Ну и все, 4 сбоку ваших нет. Двери на замок, тройная охрана, все дела. Куда там этой дюль до него добраться? Ну теперь думаю, а может оно так и лучше? Тем более, ты и Гюль этого на маяке выручил, и рабов с корабля отпустил. Конечно. Мы уже всех почти переловили. Но ты все равно молоток. Барон решил, что это вы его бизнес развалить намылились. Короче, скажу так. Живой барон ни мне, ни вам, ни в тему. Так и вольни его, реально. Силы-то стопудово хватит. Вон меня как вырубил. Короче, хочешь жар чужими руками загребать? Пусть понятненько. Это тебе задаток. Если барона зажмуришь, я прослежу, чтобы братва не сильно напрягалась за вами гнаться. Тогда окончательно в расчете будем. Ну а если нет, невелика потеря. Если я его еще и от гастролеров спасу, барон меня сам коронует. Так что думай, время есть. Давай. А что, мне тебе ответ дать нужно? Да? Я тебя не пристрелил, а на том ладно. Хотя мог бы. Ты куда? Так. Устанавливать метки я здесь не могу. Но. Так, мне надо вдоль берега вот так проехаться еще. Давай. Поедем, поедем. Так. Вот здесь, по-моему, где-то. Смотрим. Нет, дальше. Вон на том корабле. Thank you.
Блин, тот корабль, не тот корабль. Так. Ой, кого там? Так. Где-то тут или не тут? Ладно, тем не менее, давайте обыскивать эти места. Так. Блин, блински. Где вы? Понятно. Значит, оттуда только сюда можно прийти. По мосту. Хорошо, я вас услышал. На. Точно, освободить рабов вот здесь вот надо будет. Здесь же и улучшение потом взять. Так. Что у меня за задание? Карты у меня после войны, центр, так. Блин, а там же ворота, хрен пройдешь. Вот здесь вот. Так, сюда понятненько. Так, вот тебе и ключ на 16. Сойдет? Так, ладно. Сюда, сюда.
Ну ты же даже не знал, что я стрелял, так что чего вы паникуете-то? Давай слазим. Давай. Ну, стоило оно того стрелять-то. Давай. Вы же так любите это пламя священное. Побежал. Давай. Так. Все пока нормально, да, идет? Давай. Так, мата-то много от вас, конечно. А вот толку маловато. Пойдем. Где-то наверху, что ли? А ночью-то здесь, по-моему, они спят. Вырезать их надо там по-тихому. Хрен там, с другой стороны. Это так вот посюда пролазить надо было, его потихоньку снимать.
Ну, не получилось у меня потихоньку. Ладно, что теперь? Так. Пока нормально идем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Тут у нас кто-нибудь есть? Вон, видно же, кто-то есть. Так. Понятненько. Так, наверх или вниз? Вот он мне, что надо было. Все. Все основное я взял. Давайте-ка пройдем туда, ладно уж. Здесь мы что берем? Там наверх, да, надо будет. Гитара. Еще одну гитару взять, да? Так, нам наверх. Но перед тем, как наверх. Перед тем, как наверх. И что вы с ними делали тут, раз она мертвая, извращенцы? Так, я не понял, а как вниз-то мне туда попасть? Так. Непонятно. Ладно. Это вот его сжечь специально надо было. Нет, 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 нет. Так, Пертер с Бравы с юга хотят купить сильных рабов 5 штук. Чтоб прошло драться в боевую яму, можно двух хорошего домашнего раба, одного собаку большую и злобную, чтоб охраняла. Так, писать мел, хорошо, был учет. Понятненько. Выпускаем рабов. Что-то я не совсем понимаю, что дальше-то здесь.
Или я сюда рано забрел? Давай. Ладно, тогда выйдем давайте отсюда. Все, теперь мы знаем, что кого здесь и как. Блин, блинский. Но это же не совсем то, что я хотел. И вон туда мне еще надо. Тоже какое-то улучшение там. Ладно, пойдем. Где у меня там автомобиль-то был? Вон он. Подгоним его ближе. Ох, ешь, чешуя. Не поймал я ничего. Так, они меня увидели. Хорошо, я их тоже. Тихо, тихо. Сейчас мы. Петушара. Давай. Догораешь. Ну вот вроде бы и неплохо сработал. Где это? Кто ты? Где ты? Сейчас я тебя загашу, подожди. Насчет этого ты не переживай даже. Да вы-то где?
Давай. Что-то я понять не могу. Вам нужен я или не нужен? Ой. Давай, давай, давай. Сдаешься, это хорошо. Сейчас мы. Быстренько. Уладим. Все, пацанчик, я отдаю. Че? Патроны кончились. Вот так вот. Сдается он. Что я сдаюсь? Хотя просто кончились патроны, не надо тут ложать. Так, ладно. Здесь мы обсмотрели, там мы посмотрели. Что еще остается у нас? Так, переночевать бы где-нибудь. Давай, давай, давай. Так. Ага. Все с вами ясно, все понятно. Ну, больше тут ничего не взять. Ладно. Спускаемся. Так, что у меня, какая задача-то сейчас? Карты у меня после войны. Так, надо вернуться на базу и внимательно изучить их. Все понятно, на базу. Поехали на базу. Так. Ленин всегда молодой. Так, я доеду до сюда. Ну, направо надо будет повернуть. И гнать, и гнать, и гнать. Угоним. А я помню, по трубам прыгал, потому что тут какие-то звери бегают, что ли. А машину я оставил, да. Так. Сюда, сюда. Мне потом куда-то сюда пойти надо будет, нет? Или куда-то туда. Вот, вот от этих тварей я там прыгал по трубам, помню. На. Так. Все, возвращаемся. Сейчас мы быстренько передадим. Блин, песчаная буря. Или что это? Да подожди сюда.
Сюда мне сначала надо. Я не понял, а что закрытые вагоны-то? Давай. Говори. Хорошо, конец связи. Нашел? Нашел. Мужчина, Артем. Хорошие новости. Артем добыл карты. Молоток, Артем. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключился. Карты готовы. Выключим скорее, разберемся. Давай. Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода. Для Авроры и людям сомневаться. Ребята, один за другим вымывают из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Юля рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся навстречу с Дамиром. Ну, это без проблем. Наша задача – любой ценой доставить воду на Авру. Удачи, Артем. Мы все рассчитываем на тебя. Дедушка и мама. На, держи. Дядя Артем, это мне? Да. Ух ты, спасибо. Отлично. Смотрите, дедушка и мама. Дело есть. Говори. Артем, пока тебя не было, я доделал до тихаря еще одну штуку. Можешь установить. Верстак тебя ждет. Давай, давай, давай. Отличную штуку сообразил, как сделать. Высверлил пару шариков для тихаря и начинил взрывчаткой. Разрывные пули, короче. Прекрасно. На месте. Так, подожди, где? Верстак где? Вы чё, падлы? Где верстак? Почта. Где верстак? Так, я не понял. Вы что, что-то так шутите, что ли, надо мной? Так, верстак что меня ждет. Пошел вон. Вот, верстак. Доделываем. Так. Итак, перевязь для метательного оружия. Дополнительные сумки для патронов. Уражение показан цветом. Так, это у нас что-то... Ага, это вот ножи, бомбы можно удвоить. Нет, мне вот это надо. Будем так. Надеяться, что за это время ситуация не ухудшилась. Олег, так, жизненно важные условия подземелья. Так, подземелье, набор, фонарь, светит ваш путь. Так, батарея и прочее электроборудование легко можно будет зарядить с помощью зарядного устройства. Замена лампы, накаливания на другой так. Востока нет, странно. Тут одно из двух. Давай, ничего. Или... Укрепленный шлем. Все карты восточного региона до нас. Так, не так. Шлем создан на основе так. А где искать-то, товарищ полковник? Защиту от пуль. Маски делать так. Что же двигать особого желания? Вот эту вот установлю. Так, теперь давайте посмотрим. О, чистить. А если
все. Мощь. За 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Пушки не забывай чистить регулярно. Сам знаю. Ну все так, а мне куда надо там выдвигаться? А мне обратно к нему на этот ехать. Здорово. Ладно, давай. На маяк. Всем лучше. Барон говорить будет. Всем лучше. Барон говорит. Так, на корабль новую партию рабов из западного каньона завезли. Последний оттуда будет. Крученый. Мотайся туда, отбери, что подойдет, чтоб на юг продать. И в обработку по-особому. И смотри, чтоб нам не предъявили потом, что захлячину отправляет. Понял? Всем отбой. Барон сказал. Блин, чуть не слетел сейчас. А так все неплохо начиналось. Так, ладно. Сюда, сюда. Поедем привычным для нас маршрутом. Вау! Бандиты расплодились. Да, свято место пусто не бывает. Ой-ой-ой-ой. Так. Кто-то, кто-то где-то там и есть. Ничего страшного. Давай, 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 давай. Едь, едь, едь. Опа. Давай. Сюда, сюда. Стрелять по мне надумали, видишь? Козлины. Мы едем, едем, едем в далекие края. Хорошие соседи и верные друзья. Тара-та-та, тара-та-та. Мы везем боевика. Тара-та-та, тара-та-та. В разных пакетах. Сзади. Вот как они вот сейчас здесь сидят или не сидят? Интересно. Это очень даже интересно. Этот-то меня там ждет. Давай, едь быстрее. Блин. Вот я и сдох еще тот. Еще мутантов столько передавил. Давай, давай, давай. Да подожди ты.
Даже не знаю, куда мне, сюда надо, не сюда. Так, 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 так. Что, сильно встрял? Да вроде не сильно. Ну-ка, давай еще раз попробуем тебя выдернуть. Ни хрена. Давай, 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 давай. Ладно. Как я понимаю, машина там крепко села. Надеюсь, она потом появится все-таки там, где надо. Вот сюда надо было, блин, чуть-чуть промазал. Давай, 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 давай. Полезли, полезли. Да где тут выход-то нахрен? А, вот он. Не понял. Тут что-то запустить надо, чтобы он открылся. Почему не открывается? Эй. Эй, эй, товарищи! Ладно, раз вы так со мной поступаете, и мне не остается ничего, кроме как отбежать это все. Ой-ой-ой-ой. Вот сюда. Давай. Пошел ты нахрен, грузовичок. Бежим, 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 бежим. Спринт. Ой, а что-то монстров здесь нету. А нет, где-то что-то сбрякало. Нет. Все. Отставить. Так. Еще разок, ну-ка посмотрим на карту. Я хоть правильно? Нет, неправильно. Вообще неправильно. Вот сюда вот надо было куда-то идти.
Блин, а я за каким хреном тогда туда гнал? На маяк. Давай. Ты чё там? Встал, стоишь, смотришь. Чё ты хотел увидеть? Так, и чё? Не здесь, да? Так, понятненько. С вами всё здесь ясненько, так. Сгорели, ребятки. Блин, козлина. Возле ржавой лодки. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. А мы пока сохранимся. Подкачаем оружие. Качаем, говорю.